Если на моем сервере ты не играешь, подписчик, ты меня огорчаешь. Быстрее регистрируйся на Лагеркрате. Это мой сервер, на котором мне одиноко. Заходи, чтобы мне было веселее. Выбирай любой сервер по вкусу и давай играть вместе. Не забывай голосовать за нас на сайте. Ты будешь получать за это бонусы и сможешь покупать за них различные предметы, оружие или даже випку. Жду тебя на моем сервере. Ссылка в описании. Пам-пам. И всем привет, дорогие друзья, с вами Лагер и Медведь, и мы продолжаем наш замечательный летсплей под названием Dayton... Я косякнул название замечательный, я сказал замешательный, прикинь. Черт. Замечательное название, что ты начинаешь? Замечательное. В любом случае, мы продолжаем, и если вы смотрели за предыдущими сериями, мы тут делаем кое-что грандиозное, прям такое, чтобы победить дракона, так как его не побеждал еще никто. Зачем мне твои нитки? Да, совсем никто не побеждал. Вот, наверное, никто не единственный человек, который вот смотрит такие, нас. Ну, нет, вот таким образом вообще никто не побеждал. Ты чё? Это никому в голову не придёт победить вот так, как мы его планируем победить. И если вы уже, конечно же, смотрели предыдущие серии, вы знаете, как мы его планируем победить. Для этого мы планируем сделать 131-го тигра. Вот он. И сейчас мы будем делать его по порядку. Начнем мы с оружия. Вот мы уже в предыдущей серии сделали для него бокс. И делаем, получается, оружие. Мне нужно 5 этих, 5 деревяшек неочищенных. У тебя есть такие вот? Имеется, да? Ты про дуб? Ну, вообще, по-моему, там используется дуб, да. Да, там используется дуб, поэтому, ну, нужен именно он. Могу тебе 64 дать. Ну ладно, на тебе. Раз, два, три, четыре, пять. Вот прям вот по-братски. Все, и смотри, как в аптеке просто. Сейчас я вот замучу нам пулемет для танка. Ля, какой почему здоровый. Аптеке? Смотри. Ну что тут аптека? А в аптеке просто все точное получается. Вот пулемет для танка. Выглядит он, конечно, так себе, как писюлечка такая маленькая, знаешь, типа. Блин, я хочу тебя застрелить, но не могу, черт. Всё, о, нормально. Иди сюда. Ну, надо вопрос подписчикам создать. Что, как убить эту штуку? Не, почему он не трансформируется? Мне кажется, сломался. Ты что, сломался? Короче, кто знает, сломался он или нет. Можете это написать, пожалуйста, потому что мы вот его убить не можем уже. Погоди, мне кажется, его с лука надо убить. Не, я пытался. Ты пытался. Может, его взорвать как-нибудь надо? Не? Крипером? Да не, у меня есть получше. У тебя есть что-нибудь... Ой, все, погоди, стой, сейчас бабахнет, погоди. У тебя гравицапа есть. Ой-ой-ой, я отойду. Ну, типичный лагерь, в принципе. Не-не, погоди, сейчас бомбаню. По-моему, ему все равно. Что-то как-то я думал, что это сработает. он тоже думал. Эй, молодой человек, давай его... А выкинь его грейв-пушкой. Ай, он еще ерется, прикинь. Только не в меня. Куда его? Подальше? Да вверх. Он, по-моему, с собой блок забрал. Знаешь, вор, который еще и блоки с собой забирает, когда его прогоняют. Типа, я вор, я, конечно, уйду, но не просто так. Он нет. Короче, парень, отдыхай, мы пойдем дальше танк собирать. Непонятное тело, непонятное. Что-то как-то его победировать сложно. Он меня блоками пытается кинуть. Так, слушай, молодой человек, давайте вы отсюда улетите вообще. Он эти блоки в себя собирает. Он ой, не ладно. Знает, зачем. Ой, все. Он пытается собраться и стать большим и сильным големом. Мы, естественно, этого не хотим. Мы подальше его закинули и все. Так, я убежал. Так, что у нас дальше? Так, смотри, если мы хотим сделать, нам нужна башня. Башня с пушкой. Ты прикинь? Как она делается? Ну, типа, я видел вот пушку. Она делается из, я вот считать не умею, по-моему, из 5 железа. Я пытаюсь сейчас сделать пушку. Так, смотри, вот так вот, смотри, пушка. Стрёмно выглядит, фигово, я бы так сказал. Я применил, конечно, другое слово. Да-да-да. Погоди. Я вернул, я кинул тебя. Где? В доме. Да вот она, ты чё? А, господи, ты чё? А тут можно очки скрафтить лагерю? Очки. Что-то все видел. Очко, можно, пожалуйста, скрафтить очко? Да, у меня уже бегает одно тут рядом. У меня, смотри, башня, все. У меня есть башня танковая башня. Я ее положу сюда, и что у нас дальше? Сидушки, чувак, я вообще ума не приложу, как делаются сидушки. Сидушки. Для самолета делали. Пошли с самолета с ней. Не, я могу как бы. Я сейчас могу разобрать самолеты ударом об землю и потом достать оттуда сидушки. О, нет, ладно, окей. Я лучше поищу так.
Вот, короче, я потупил немножко, поискал и вот нашел сиденье. Они делаются вот таким образом. Слушай, у нас вроде была кожа много. Я вот вроде как в какой-то серии их собирал. А мне кажется, что ты мне их подкоммунизил, да? Нет? Да? Кожа? Не-не-не, мне кожа не нужна. Все, я нашел кожу, сейчас смотри. А, скидывай в меня железо. У тебя же есть железо, пожалуйста, скажи, что у тебя есть железо. Подскажи, что конечно, у тебя есть. Железо, мульон. Столько же, сколько у тебя хромосом, лови. Как хорошо, что у меня теперь 53 железа в инвентаре, поэтому никто ничего не знает. Ну, там, если математики смотрят нас, то они поймут, сколько я тебе железа кинул. Они там отнимут. Чёрт! Прикинь! Из одного этого крафтится 2 сиденья. Я думал, что нам надо 2, и скрафтится 4. Ну, на твою жирную жопу 2, поэтому ладно, пойдет. Ну, типа и на твою тоже получается 2, поэтому не особо обольщайся. Но я лежа буду на танке ездить. А, ну ладно, под гусеницами, окей. Сидушки-раскладушки. Теперь осталось корпус и... корпус и 2 гусеницы. Гусеницы, в принципе, делаются... Так-то дороговато, конечно, дороговато, но сейчас попытаемся их замутить. Мне надо 4 штуки. Раз, два... Погоди, не кидай в меня мусор! Не кидай в меня мусор! Убери из меня мусор! Да ладно, я ж чуть-чуть. Там всего лишь одна лиана. Так, хорошо. Вот тебе лиану обратно. У меня есть гусеницы, и мне нужны колеса маленькие. У меня осталось маленькие колеса, поэтому сейчас я их попробую замутить. А зачем ты бегаешь сюда, чтобы открывать верстак? Давайте верстак создам. Там. Создам там. Там-тарадам-там. Там-тарадам-там. Так, смотри. Ой, елки, не хватает дерева. Чёрт. Ёлки-моталки, 2 гусеницы получилось. Нормально. Осталось замутить корпус, который я, кстати, потерял. Я не могу найти, как он красится. Ой, Смотри. Я тебе рабочую атмосферу наладил. Ля, какой умный, слушай. Так. Эрудит. Эрудит. Так, я нашел нашел, как делается корпус. Мне нужна красная пыль и железо с люком. Люк, я твой. Красную пыль сейчас принесу. Замути мне, пожалуйста. Я нашел красную пыль. Буквально 2 штуки. Вот одну возьму. Замути мне, пожалуйста, люк. Люк Скайуокер. Свап. Свап, я сейчас по голове свапну. У тебя будет звездочка. Да. Ой, господи, мне звонят. Секундочку. Наконец. В общем, все, мне звонил Дед Мороз, сказал, что он на Новый год мне подарит большой и вкусный ничего. Ой, блин, я каждый год получаю такой подарок. Это так уже надоело. Слушай, тебе надоело, да? А я вот хотел поинтересоваться, каково это получить большой, вкусный, ничего. Вот я. Это на самом деле очень грустненько. Потому что ты сидишь, как бы, знаешь, так Новый год наступает, ты бежишь, смотришь под елку, а там реально лежит большой, вкусный, ничего. И такой берешь и приунываешь. Жиза. Не, ну на самом деле звучит очень заманчиво. Я, конечно, в этом же году попробую. Слушай, тут, короче, такая сложившаяся ситуация. Говорит, что нам нужен двигатель. Причем, как я понял, нужен очень мощный двигатель. И сколько он крафтится? Из чего точнее? Вот прям V8. Ты можешь написать у себя V8 двигатель в этом в поиске и прям. V8, угу. Ага, двигатель V8. И вот прям видишь, он крафтится из двух V4. Они крафтятся, в свою очередь, еще из много чего. И еще из много чего. И еще из много чего. Поршни. Поршни, значит. Железные слетки, значит. Ух ты, ё-моё. Ну, короче, тебе надо железо. И кремень. Я прям сочувствую. Нам что у нас по кремню? Мне кажется, я тебе сейчас скину. Как в старые добрые времена, наверное, их это... Да-да-да. Из этого, да? Чёрт. Ну что, гравий. Пошли со мной. Гравий у нас вообще есть? Да. Есть? Сколько его? 9. Окей, ладно, пошли выбивать. Мы сейчас, короче... Что? Нет, давай в доме, пожалуйста, выбьем, потому что тебя какая-то неведомая сатана подкинула. Что за магия, Гарри Поттер, это ты? Я такой выхожу, и медведь... Что? У нас поп... Исчез. Что происходит? Кто пол украл? Медведь. Так. Бунтарь. Ладно, мы сейчас тогда повыбиваем. Это будет долго и скучно. Старый дедовский метод. О, кремень. И вот таким дедовским способом, всего за полночи, тут вообще 3 ночи прошло, я не ел 3 дня. И у нас таким образом появилось 8 кремня, даже 9 кремня, и мы превращаем его в замечательные зажигалки, которых, слушай, они не стакаются.
О-о-о, хана твоему инвентарю. Ща полетело, у меня просто выкидывать нечего. А тут все такое вкусное, вот бекон. Как я мог выкинуть бекон, ты понимаешь? Это просто преступление. Выкидывай все, что не надо, я сейчас в инвентарь все сложу. Ой, так, точнее, смотри, я все рассортирую. Я тебе выкидываю МГ-42, его надо вернуть в этот, в сундук. Ага, значит, в лаву скину. Хорошо, дальше. Ага, вот именно в лаву он закаляется. Железо? Я случайно. Какое железо? Ты не кидал мне железо, ничего не знаю. Я случайно выкинул железо. Так, стояночка, молодой человек. Так, ладно, похоже, королевским металлом придется расстаться. Он наверху. Там же нужно, чтобы ты его забрал. А я сейчас попробую сделать поршни. Чувак, всего два железа. Мне не хватает на поршни. Серьезно? У тебя есть железо, пожалуйста. У тебя было 53 железа, как ты его так быстро потратил? Оно ушло, оно обещал. Все, окей, у нас намечается очень долгий, очень веселый поход в пещеру, конечно же, который для вас пройдет. Какого черта? Просто вот так вот, типа, пух, и прошел. Я снова подлетел, мне страшно, Андрей, я вышел и снова улетел. Стой, погоди, ты уже все? Ты уже пошел? Так у меня ничего нет. А что тебе надо? Ну, типа, хотя бы кирку. Да, да зачем? С киркой рыбы дурак может, а ты без кирки попробуй. Слушай, это новый челлендж, сходи и добыть железо без кирки. Я бы сказал, что это гениально, но нет, не скажу, это глупо. Ага. Так, окей, я взял алмазную, скоммуниздил у нас, у себя. Так, я натыкаю сейчас факелов. Слушай, мне кажется, это новый бонус нашего дома, потому что как я вышел, меня тоже подкинуло. Мне кажется, это бонус, типа такой, знаешь, типа, выйди из дома и получи подкинули. Блин, я не подлетел. Это просто жирный. Кто бы говорил. Вылазь давай. Ладно. Иди, я тебе факелы скину. Иди сюда. Так, факелы у меня, кстати, есть. Вот, я настолько самостоятельный, что мы можем пойти прямо сейчас, и мы уже вам покажем, что мы уже там насобирали, да? Да. Конечно. Короче, мы побежали там куда-то далеко и нашли пещеру, вот, целый медведь, правда, не пошел в него, он решил, что он пойдет в замок, который там показался, на кровь, сейчас я вам покажу замок, он такой, типа, не, я там железо найду, и только недавно, как девочка такая, а, помогите, меня бьют. Да, меня сильно бьют. Короче, вот там медведь в замке, а я решил старым дедовским способом пойти в пещеру и здесь накопать много-много железа, как видите, 16 штук я уже накопал, поэтому я уверен, что мой поход будет удачнее, чем у него, но надеюсь, он еще... Фига ты быстро. Там еще зубы свои принесет обратно на блюдечко, потому что, скорее всего, там ему, конечно, лицо-то разобьют вот так вот немножечко. А я ты уже... так мне веришь, я прям чувствую твою поддержку. Прям, ух, всей душой ощущаешь, не бойся. А, ладно, я буду пока копать. В общем, пока мы тут бегали по пещере, мы попали вот в такое место, где очень много всякой непонятной фигни. Так, тут были сундуки, и медведь сказал, что он уже нашел два железа. Это просто достижение какое-то. Вот прям, ух, заживем, знаешь, разгуляемся. Да, мы... Ну нет, вообще в этих сундуках, я думаю, что может быть побольше железа, просто мне не повезло. Я всего на два. Кстати, ты вот если посмотришь на карту, то вот эта штука похожа на фильм. Может, кому станет интересно, называется фильм «Куб 0». И это немножко это такой жуткий фильм, поэтому если захотите посмотреть его, то ну... Я видел. Вот просто скажи, что вот эта карта похожа на Куб 0. Просто. Да, ну типа я и вторую часть смотрел, и третью даже смотрел. Ой, там они все интересные, поэтому ну можете посмотреть, кто не смотрел, но предупреждаю, штука жуткая, поэтому ну как-то так. Ой, я нашел этот... Я нашел сундук, в котором варочные стойки, пузырьки и стол зачарования, который можно скоммунизить. Иди сюда, ты пахнись ко мне, я тебе сейчас покажу прикольно. Что, прям что-то интересное, что ли? Ну да. Лёг, что происходит? Комната с железом, в принципе, мы за этим спускались. Комната с железом, всё ок. Так, мы будем искать. По карте можно полить. Да? Медведь, телепортируйся ко мне, пожалуйста. Вот такой вот телепорт нынче. Оу. Типа... Нормально. Типа... Неплохо. Не железо, конечно. Ой, золото, видишь. Типа, ну так ладно, не железо, но типа я не гордый, могу и вот эту вот фигню взять, типа тоже не помешает, знаешь. Типа. А я и железо вижу, и золото. А зачем за золото? Нам не надо золото. Не, золото, я зуб золото. Такие звуки стрёмные, мне кажется, что за мной... О, это пик... Ты пахнешь ко мне? Я, кажется, нашел младшего брата дракона. Так, погоди, у меня тут, ну, немножко такая вот фигня, я тут собираю немножко так алмазов, ну, сам Андрей, алмазов. Пожалуйста, ты посмотри, на что это происходит, почему он летает зомби? Почему он летает? Почему зомби летает на какой-то фигне непонятной? Это конь, я хочу его седлать. Давай конь, тебя можно седлать?
Я убил зомби. Нет, подожди, конь. Подожди, зачем его можно было седлать? Нельзя, он был очень злой, и он на тебя махал копытами. Мне кажется, это не делаю. Мне кажется, он так, знаешь, типа. Это кожа? С него выпала кожа? Наконец-то. Шкура. Шкура. Ох, это шкура. Ой, сундук. Здравствуйте. Там пластинка только. Ну, такое себе. Так, ладно, лутаемся дальше. Мух. В общем, мы тут лазили по этим комнаткам, и у нас возникла очень хорошая идея. Достать порошок и попробовать превратить ведьму. Она превратилась в друида. Он хилит. По-моему, оно что-то пожестче, чем... Чувак! Он меня пытается убить, убей его! Ого! Как-то он тебя размочил. Нет, типа, у меня хп просто не особо было, но окей. Ну давай, ты похайся. Так, у нас тут еще есть пару интересных превращений, поэтому я хочу попросить превратить крипера. Нашел, вот он. В кого он превратится? Я иду, погоди, стой. В кого он превратится? На него не... Не действует! Крипер, все, я понял, хорошо, не действует. Окей, пока. На него не действует, ладно, убиваем его, бедняжка крипер. И давай попробуем еще скелета какого-нибудь, потому что, ну, я подозреваю, что он может превратиться. Вот он. Я думал, дно достигнуто, но нет. Нас снизу постучали. Слушай, он тоже этот. Тут тоже. Может, у тебя порошок халтурный остался. А зомби? Зомби тоже. А чё вы такие, ребята, непревращаемые? Даже может, я говорю, порошок контуженный. Не-не-не, у меня хороший порошок. Там хороший... Хороший порошок. Хороший порошок. Хорошее сочетание порошка. Ну, чё-то как-то нет. Окей, ладно. Мы будем пробовать еще кого-нибудь найти, но... Слизень. Ой, хана. Медведь, тихо-тихо. Ой, ля, крипер. Вот идиот, блин. Надо же было тебе именно этот блок, Карл. Не, погоди, правда. Ой, смотри, слизень упал. Стри, я вообще... Он умер. Он умер от падения. Нет! Друг! Слушай, да все, давай лутаться. Ну, в смысле, давай собирать. Ладно. Блин, так весело с ними было, ребята. Ой, ладно. В общем, ребятки, мы на полном дне. Просто на дне. Это вот донное дно. Но снизу постучались. Что там? Не, погоди, типа, я думал, что мы на дне, потому что, смотри, ничего не видно в пределах, ну, соседней комнаты, потому что, ну, если убрать вот эту вот фигню... Ну, мы на высоте 10. Так, ну это и ладно, низко. Все, отстань. В общем, мы насобирали железо, что самое главное. У меня вот стак и еще 18. А у меня, значит, стак... А у меня 2 стака железа, в общем. Ой, мажор. В общем, вот. Дно, с которого уже невозможно постучаться, поэтому медведь сейчас меня убьет, и я надеюсь, что я появлюсь дома. Давай. Ой, ты прям... Ой. Слаб. Спасибо. Я не успел. Я появился дома, можешь ко мне телепортироваться, и мы отправляемся... Все это отправляем железо вот в печки наши. Печки! И увидимся мы уже с вами в следующей серии. Я надеюсь, в следующей серии у нас уже будет тунг. Такой здоровый, красивый танк, чтобы мы прям поехали и размажили им дракона. Ой, как я надеюсь на это. Так что, ребятки, если вам понравилась серия, давайте поставим лайк, чтобы нас вот порадовать, чтобы мы смотрели такие... наконец-то много тысяч лайков! Да, наконец-то 2 лайка стоит, ура! Да, я и ты. Спасибо. И потом, типа, я еще один аккаунт заведу, поставлю 3. Фейковый. Да, чтоб уже наверняка. Так что все, ребятки, увидимся в следующей серии. И следите, не пропускайте новые, ставьте колокольчики там свои всякие, там на ютубчике эти новомодные. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Понравилось видео? Ставь лайки, подписывайся на канал. Не забудь жмякнуть на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока.